Проверить ход ремонтных работ, оценить качество строительных материалов, услышать просьбы и предложения. В доме на улице санатория имени Артема собрались местные жители, представители управляющих компаний, фонда капитального ремонта, администрации и депутаты, которые держат на контроле капитальный ремонт крыши. Проверили завезенные материалы, все они соответствующего образца и полностью удовлетворяют желания жителей. В ближайшее время будет демонтирована кровля и уже начнут сооружать новую кровлю. Ремонт проходит по просьбе жителей, учитывая все их пожелания. Строители согласовывают каждый шаг. Заменят стропильную систему, старую шиферную крышу на металлическую. Также проведут утепление чердака. Наконец-то у нас уже к работам приступили. Строители вышли на объект. Ну, работают, ждем, надеемся, что все делают хорошо, качественно, надежно. Также с людьми обсудили другие вопросы – энергоснабжение дома, уборку территории. Все замечания взяли на контроль и пообещали устранить в ближайшее время. В течение 2 месяцев планируется работы завершить до конца октября, учитывая, что погодные условия сейчас осень, поэтому максимально оперативно и быстро будут проводиться эти работы. Дом будет и с новой крышей, и с надежным электроснабжением. Такой формат взаимодействия с жителями, предложенный главой округа Дмитрием Волошиным, работает в Химках в течение 2 лет. Управляющие компании выступают исполнителем просьб и пожеланий людей. Депутаты обеспечивают контроль и обратную связь, а сами жители дают итоговую оценку качества выполненных работ. Такой формат работы отвечает принципу «житель всегда прав», озвученный губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.